Спортпит. А, да. Пектин. Да. А может даже желатин. Желатин, наверное, есть, точно. Коллаген. Коллаген. Ну, ага. Не факт. Изотоник. Изотоник, да? Красный. Наверное. Так, где? Куркумин. Пектины все-таки. Но это тоже полезная хрень, на самом деле. Там абсорбируется в желудке, короче, это с фруктозы добывается. И он что-то там поглощает токсины. Понятно. Вредные вещества. Короче, мы оздоравливаемся по полной. Оздоравливаемся вообще. Сейчас вот съедим эту пачку, как оздоровимся. Офигеть просто. Попрет у нас. Еще изотоник дикий такой взял. Попрут результаты. Ну. С изотоником это двойной удар. Двойной. Тройной. Тройной удар. Это как это в фильме, да, с Ван Дамм, двойной удар или какой там, да? Наверх. Ух, я же выскочил. У нас непривычки, Саня. О! О, Андрюха хорошо тут выкопал, офигеть! А я с непривычки, меня аж выкинуло, слышишь, с горы? С первой кочки выкинуло. Скорость, потому что большая. Давно я на пампе в этом сезоне. Второй раз. Ой, как кайфово, ребята. Охренеть, Андрюха, я заехал. Смотри, даже Аня крутанул. Ноги вспоминают. И мне в контактах легче. Катались. Угу. Сегодня уже такое же вяленое вобло. Ну да, тема хорошая. Физуху, сердечко потренировать, да. На молочке, да. Тут просто тут еще сама атмосфера расслабляет. Природа, птички орут. Особенно, кстати, к вечеру тут. Сейчас вообще птички орут. Вообще разорались. Парк такой здесь. Не зря ж видьба здесь вон снизу так. Но. Людей пока не сильно много видно, но время еще рабочее. Ну, еще пока. Все только возвращаются с работы. Да, здесь тренировочная спортивная локация. Тут и велосипедисты, и бегуны, и роллеристы, лыжники. Вот, Андрюха, ты же гоняешь здесь на видьбе, да. Ну, я тут гоняю, громко сказано, один раз в сезон. После лыжи приезжаю, потом понимаю, что все-таки это не лыжи. Ну и велик перевешивает. Велик, да, сейчас сезон, надо катать. По факту набор роллеров лежит. Каждый сезон покупаю новые после лыжного сезона. Но вот они все накапливаются, накапливаются. Но никак что-то я их в дело не пускаю. Ну ничего, это дело времени. Да, нормально, нормально. Ты хорошо, я с тобой не сильно там, ну. Во, вообще четко, четко. Офигенно. Ой, бля, притормозить пришлось. Класс, класс. Вот сейчас вообще мы четко, как будто друг друга читали. Ну, говорю, тренер, блядь, четко чувствуешь? Я за тобой по дистанции. Надеюсь, там будет четко видно. Интересно получилось.
Красота. Да, собачка по поясу. Ну, ни одного зайца поймал. Наверное, да. Тут хищник. Чистый хищник. Ну, как ты говоришь там. Спасибо. Ну, не актуально, вот ты пьешь. Не, мармеладки. Актуально? Да. Ты бери чего. О, смотри, подлетел чувак. Сейчас будет бэкфлип крутить. Не, он проезжал. Васи, там сало, ша! Запомнили? Пиху! Сейчас такой первый поворот. Ой, не надо. Девчонки наваливают тут. А вниз не? Сейчас поеду. Да? Ты вниз, да? Фига себе. Ну ты молодец. О, получше некоторых пацанов. Да? Получше, о, блядь, наших контри, надо было уйти еще. Вообще чувствую. Молодец, да? Вчера малыш с эти горки пешком бегал. Ну, тут девчонка съезжает, блин, да? Сейчас еще, ну. 6 лет, ну. Молодец. Ну, ты чувствуешь, когда ты их объезжаешь, понимаешь? По скорости даже. Я за вилку боюсь. Ты прокатись? Не, я круг. Ого! Есть еще прокатиться. Что, вилка хрустит? Не хрустит? Нет. Ну ты стопи не делай. Блядь, мне звонил. Все, выпрыгнул. Такой бам! Бок, типа моторик практически. На нем уже копалось. Я хочу моторик научиться. Ага. Нет, как-то сегодня полегче уже прыгать. Да? Ты, наверное, сосуды сейчас раскачался, не? Чуть-чуть. Понимаю, что там происходит. Я же думал, ты раскачался сейчас. Чуть-чуть. Нет, везу. Кола должна сработать. Да. Он сейчас поедет, прыгнет. Ну, вообще все. Надо будет поближе. Сейчас нет. Ой, хорошо. А так. Я гордо прошу, помню. Я там трохи руля кручу, когда прыгаю. Ну, видно? Ну, класс. Чуть-чуть что-то есть, да? Немножко есть. Разбирайте. Ну, хотя я вчера тупоролся, да, вот, тоже. Вот наклеечки, всего. Пацаны. Так, вот, понимаешь, она может даже хрустить, ты просто вот едешь, не утыкаешься, да, там столько. Да. Да. Вот у меня началось уже так, я перепрессовал все, и все. Полностью. Что? Ноги. Не, ну это что-то. Ну что? Едь. А, все. Ясно. Велик. Велик мой не у меня.
Пока не видно, да? Можно получше. Ой, хорошо. Ну, красавчик, красавчик. Меня так не пугаешь. Да врут они все. Ты ж, ты ж знаешь. А. Стабильно. Чуть-чуть, но стабильно. Зачем едешь такой дзин-дзин? Хорошо отработали в паре. Андрюх, дай проехать. Встали все. А, тебе? Опа. Не, не входишь, да, в поворот? Я раз так чуть в дерево не хорошо, это был мотовип и тейбл. Дай-ка, кто там едет сзади, не вижу. Иногда получается, короче, мотовип две стороны, ну так, микрорип. Я сначала туда, потом обратно. Там самое главное, у вас еще такая темка, вы боитесь встать именно в ту позу, в которую надо дальше ехать. Баланс. Да. То есть ее там надо ловить именно тормозом точку. Не бояться упасть назад. То есть, я вроде назад я спрыгивать научился. То есть я уже этого не боюсь. Если спрыгивать, то это уже у меня либо туда, либо я спрыгиваю, либо я падаю. То есть так поймать это не получается. Может продемонстрировать? Не, не хочу. Обидно, да, когда крутишь не ты на него. Ой, блядь! Все, как не пошло, так сразу, все уже лучше. Я видел доехать. Блядь, мне страшно стало, понимаешь? Хорошо, что чуть дальше ехал.
Давай. Друзья, скейт-парк. Приехали с Андрюхой, с Пампом. Тут уже есть часть фигур. Ну слушай, тут интересно получается. Нужны дёрты, да, Андрюха? А? Нужны дёрты. В контактах такое же не сделаешь. В контактах, говорю, так не сделаешь. Дёрты нужны, да? Нечего. Да, ребята здесь делают, интересно, на самом деле. Это, кстати, будет тяжело поначалу. Лучше на этих великах. Но сделать какие-то простые фигуры. Друзья, локация на самом деле интересная. Сейчас уже вечер. Вроде с большего видно. Андрюха сейчас обследует здесь все. Здесь будет много еще фигур, которые доделают. Ребята уже на скейтах здесь прыгали. Конечно, за такую движуху респект. Но потихоньку здесь выезжают на дертах тренить. Также на подвесах. Будет интересно. Андрюха по банику. Рандомно. Ладненько. Ребят, такой вот получился ролик сегодня. Покатались на пампе, потренили. Уже качество съемки на самом деле так себе ухудшается. Андрюха распрыгивается вовсю, но сейчас здесь закроется парк, трекстенд, все дела. Ребят, спасибо всем, что были с нами. Обязательно подписывайся. Лепи свой лайк, пиши свой комментарий. А мы сейчас здесь поизучаем и обязательно уже осветим, как здесь уже соберется площадка. Обязательно потреним здесь. Надо потихоньку набирать технику. Подняли, приподняли.